Привет! В этом выпуске вас ждет волшебная гипноз-медитация, которая ускорит исполнение любого вашего желания. На днях я получила сообщение от одной моей подписчицы. Она написала: «Лиза, помогите. Я уже полгода работаю над исполнением моей мечты – получить повышение и стать начальником отдела. Я ежедневно следую вашим советам, делаю медитации, проговариваю аффирмации, но моя мечта все не исполняется. Есть ли какие-то способы ускорить процесс материализации?» На самом деле, я довольно часто получаю письма с подобными вопросами, ведь всем нам хочется, чтобы наши желания исполнялись быстро, по мановению волшебной палочки. Вот было бы здорово, махнул один раз, и вот она, свадьба с любимым, махнул второй раз, и отмечаешь новоселье в собственной роскошной квартире, махнул третий и стал миллионером. Но в жизни обычно все по-другому. Вселенная не сразу осуществляет наши мечты. Даже если вы упорно работаете над своими желаниями и не сомневаетесь в их исполнении, верите, то в этом режиме ожидания волей-неволей в голову приходят мысли типа: «Ну сколько можно ждать? Когда же моя мечта осуществится?» Если вы в похожей ситуации и ждете сейчас: «Когда же? Ну когда мое желание исполнится?» — поставьте лайк этому видео. Это будет сигналом для меня, чтобы давать вам больше способов и техник, ускоряющих реализацию мечты. Знаю, это нужно всем. Именно поэтому я решила вам помочь и приготовила медитацию с эффектом погружения в гипнотический транс. При помощи нее вы не просто расслабитесь, а войдете в контакт с квантовым полем возможностей. Так вы активируете свое намерение и существенно ускорите исполнение вашего желания. Как вы уже поняли, чем сильнее ваш контакт с квантовым полем, тем быстрее и проще исполняются мечты. Каждое видео, которое я выпускаю на моем канале, дает вам новые способы наработать эту связь. Выбирайте ролики, которые вам откликаются больше всего. Смотрите их и сразу практикуйте то, что я предлагаю. С каждым упражнением ваш контакт с этим безграничным полем возможностей будет становиться сильнее, и желание будет осуществляться в ускоренном режиме. Вы очень быстро создадите именно такую жизнь, о которой давно мечтали. Чтобы не сдаваться в самом начале пути, не махнуть рукой и не сказать: «А, ерунда, ничего не работает», подпишитесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Так я напоминаю моим подписчикам: «Эй, друзья, не сдавайтесь, сила мысли работает, все в ваших руках». Поэтому подпишитесь и нажимайте на колокольчик. На самом деле, год назад я уже выпускала на своем канале подобное видео – медитацию, ускоряющую исполнение желаний. Оно набрало 700 тысяч просмотров и более 3500 комментариев. В них вы рассказываете, как благодаря медитации сбывались ваши мечты. Смотрите сами, Ксюша пишет: «Спасибо огромное, сделала эту медитацию, и мое желание исполнилось через 2 дня, хотя до этого 3 месяца никак не получалось его осуществить. Желаю всем таких же результатов». А желание Елены исполнилось еще быстрее. «Сегодня утром только сделала визуализацию, и через час все исполнилось. Благодарю Бога и Вселенную. Это было очень быстро для меня. Все работает. Не ленитесь, все происходит. Законы Вселенной работают». Ирина смогла осуществить свою давнюю мечту. «Ура, ура! Спасибо вам огромное. У меня исполнилось все. Вот просто все. Это невероятно. Я такая счастливая. Просто нет слов. Спасибо вам огромное, Лиза. Вы просто чудо». Ольга с помощью медитации поступила в престижный вуз. «Я желала, чтобы оказалась на 20-м месте из 25, чтобы поступить. И что вы думаете? Только вчера была 26-я, а сегодня 20-я. Я в шоке. Спасибо большое». Несмотря на отличные результаты этой медитации, я решила ее усилить, чтобы она приносила еще более невероятные и удивительные результаты, и чтобы ваши мечты исполнялись еще быстрее. Но прежде чем приступить к этой практике, давайте разберемся, как и почему она работает. Для того, чтобы стать настоящим творцом, управлять своей реальностью, чтобы ваши намерения исполнялись по щелчку пальцев, вам необходимо научиться входить в квантовое поле, в пространство вариантов. Вы сможете выбирать любое нужное вам событие и программировать себя на то, чтобы оно осуществилось. Это можно сделать с помощью измененного состояния сознания, которое как раз-таки достигается с помощью транса, медитативного и гипнотического состояния. Невозможно соединиться с квантовым полем и выбирать там какой-то вариант
будучи материальным человеком. Вам нужно, по сути, стать энергией. А энергией вы можете стать, погружаясь в легкий транс. Именно в таком состоянии идет соединение всей энергии, и вы можете стать творцом, менять свою реальность, выбирать из пространства вариантов то, что вам хотелось бы пережить, подсвечивать это своим вниманием, и таким образом это постепенно войдет в вашу жизнь. Поэтому обязательно используйте гипноз, трансовое медитативное состояние для того, чтобы визуализировать и представлять свои желания. И сегодня я вам в этом помогу. Сегодня, сделав эту медитацию, вы сможете запросить в квантовом поле все, что вы хотите. Например, повышение по службе, счастливый брак, путешествие в страну мечты. Также хочу отметить, что абсолютно все люди гипнабельны, и у каждого точно получится погрузиться в этот приятный гипноз. Главное — это расслабиться и следовать за моим голосом. И будьте уверены, у вас все получится. Прежде чем приступить к гипноз-медитации, вам необходимо выбрать желание, которое вы намереваетесь реализовать. Это нужно для того, чтобы вы не терялись, когда я попрошу вас представить желаемое. Итак, желание вы выбрали, и уже буквально через несколько секунд мы приступим к медитации. Но прежде я предлагаю вам подумать, почему желания исполняются не у всех. Казалось бы, так много информации в открытом доступе о том, как работает закон притяжения. Бери любую практику, выполняй и добьешься всего, чего хочешь. Почему же не у всех выходит? Потому что не хватает системы. Если 20 минут побыть в медитации, а потом весь день ходить и думать, ничего не получится, какая унылая жизнь, сколько дел, столько проблем, то эффект от практики сойдет на нет. Поэтому я придумала простой пошаговый план действий. Вы ему следуете и постоянно генерируете мысли, чувства и убеждения, которые приводят вас к мечте. Этот конкретный план действий невозможно полностью раскрыть в одном коротком ролике. Поэтому я даю его на бесплатном онлайн-мастер-классе. Вот здесь находится билет. Моя система настолько мощная, что обычные эксперты не рассказывают ее бесплатно. И, возможно, я тоже скоро буду давать этот материал только на платной основе. Поэтому рекомендую скачать билет прямо сейчас. Я проведу этот мастер-класс для моих единомышленников, людей, готовых получать от жизни все, что они хотят. Ссылку продублирую в описании под этим роликом. Приходите. А теперь вы можете лечь, одеть наушники, расслабиться, отключиться от всего мира и приступаем к медитации. Гипноз-медитация – ускоритель исполнения желаний. Закройте глаза. В следующие несколько минут мы с вами максимально расслабим ум и тело. И сфокусируемся на энергии и на материализации того, чего вы больше всего желаете. Сделайте глубокий вдох и выдох. И начинайте расслабляться. Испытывая чувство комфорта и уединения, вы позволяете звуку моего голоса успокоить ваш ум и тело. Пока я говорю медленно и мягко, все процессы вашего тела замедляются. С каждым словом и с каждым звуком, что вы слышите, вы чувствуете себя более расслабленным и в покое. Секунда за секундой ваш ум становится чистым, как поверхность спокойного и тихого горного озера. Ваш ум чистый.
Все внешние звуки, которые вы слышите в течение этой сессии, помогают вам оставаться в моменте здесь и сейчас. И помогают вам просто быть. Все, что вы хотите достичь, может быть сотворено вами в этом самом настоящем моменте. Не в прошлом, не в будущем, а в настоящем. Прямо сейчас я попрошу вас вообразить перед собой красивое, высокое здание. Двери перед вами открываются, и вы входите в просторный, красивый холл. Вы подходите к лифту. Вы видите свое отражение на поверхности дверей лифта. Вы выглядите расслабленно, уверенно в себе. Вы нажимаете на кнопку вызова лифта, и двери открываются. Вы чувствуете себя в полной безопасности и заходите в просторную и роскошную кабину лифта. Вы поворачиваетесь к панели кнопок, которая показывает номера этажей, и нажимаете номер 10, чтобы доехать до 10 этажа вниз под землей. Номер минус 10. Номер минус 10 загорается, и двери лифта закрываются. Кабина лифта начинает медленно и мягко двигаться по длинной и глубокой шахте лифта с тихим, нежным, урчащим звуком. Вы наблюдаете, как загораются номера этажей над дверью по мере смены этажей. Номера меняются один за другим. Вы чувствуете себя опускающимся в чудесное место внутри себя самой, глубоко под поверхностью, далеко от внешнего мира. Минус один. Вы смотрите на номера этажей, пока лифт движется вниз, глубже вниз с каждым номером. Минус два. Глубже под поверхность этой великой структуры под названием внешний мир. Вниз под поверхность. Минус три. К тому времени, когда вы достигнете минус 10 этажа, вы будете глубоко под гипнозом. Гипноз – это очень приятное, естественное, расслабленное состояние сознания. Минус 4. Вы будете под приятным гипнозом. Минус 5. Вы чувствуете, как вы опускаетесь глубже. Мягко, легко. Вы ощущаете
охватывающий все ваше тело и сознание. Глубокий покой. Спокойствие. -6. Вы по-прежнему смотрите на меняющиеся номера над дверью. Один за другим. -7. Вы спускаетесь все глубже и глубже. И сейчас чувствуете себя спокойно и очень расслабленно. Сделайте вдох и выдох. -8. Вы в безопасности. Вы чувствуете спокойствие. Опускаетесь вниз, вниз, глубоко вниз. -9. Вы позволяете себе сейчас легко войти в естественный гипноз. -10. Лифт медленно останавливается. Вы видите, как зажегся номер 10 над дверью. Вы приехали, вы на месте. Вы сейчас под гипнозом. Продолжайте дышать глубоко, растягивая вдох и выдох. В этот момент, прямо сейчас, представьте поток яркого света, льющийся сверху в макушку вашей головы. Откройтесь этому потоку. Сияйте ярче. Пусть ваша голова, ваш ум полностью наполнится этим ярким, лучистым светом. Не думайте о том, где вы здесь. Вы в бесформенном, безграничном, светлом пространстве. Ничего нет вокруг. Просто будьте. Вы можете видеть, чувствовать и ощущать поток яркой божественной энергии, который течет сверху в макушку вашей головы, наполняя вас полностью. Этот поток спускается вниз по вашему позвоночнику, открывая ваши энергетические центры на своем пути. Он разблокирует всю вашу энергию, чистит все блоки, освобождая вас от любого сопротивления. Просто чувствуйте, ощущайте это. Теперь представьте, что образовался аналогичный второй поток света, чистой божественной энергии, и течет он сквозь вашу грудь, со спины вперед. Он очень теплый,
Он наполняет вашу грудь, вашу сердечную чакру сильной, чистой, божественной энергией. Он очищает вашу грудь. Помните, что все звуки, которые доносятся до вас, позволяют вам присутствовать в моменте сейчас. Ваши мысли здесь со мной. Вы меня внимательно слушаете. В настоящем моменте потенциал вашего мозга и подсознания открыт на 100%. Потенциал вашего подсознания открыт на 100% именно в этот настоящий момент. Вы можете стать тем, кем вы хотите быть. Вы способны материализовать все, что только вообразите сейчас, в этом пространстве. Вы знаете, что сила материализации приходит от вашей веры. Когда вы во что-то верите, то вы это создаете. Осознайте это сейчас. В настоящем моменте, не в будущем, а прямо сейчас. Все, что вы хотите, приходит к вам быстро и легко, самым благоприятным образом. Будучи созданной той самой светлой энергией, которую вы выпускаете в мир прямо в настоящем моменте. Это здесь, сейчас. Это происходит прямо сейчас. Исходящая от вас светлая, божественная энергия возвращается обратно к вам самыми благодатными путями. Каждый раз, когда мы отправляем в мир свою энергию, мы создаем наш опыт. Поймите и уверуйте в то, что люди, ситуации, обстоятельства и мир вокруг вас изменяется прямо сейчас, в этот самый момент. Просто осознайте, что это происходит прямо сейчас. Мир меняется за вашим восприятием. Он движется за вашим воображением. Он меняется, когда меняется энергия, которую вы испускаете. Нет необходимости искать доказательства. Мы знаем, что изменения происходят сейчас и передаются в будущее соответственно. Вы раскрываете потенциал возможностей сейчас, в этот момент. Вы отправляете позитивную, божественную энергию, вибрации и информацию о желаемом будущем в мир.
во все пространства и времена, получая обратно все то, что вы отправили в виде энергии и информации самым быстрым и легким способом, самым благоприятным образом для всех живущих на этой земле. Вы получаете то, что просите. Все, что вы создаете, все, в чем вы нуждаетесь, все, что вы хотите испытать в этой жизни, все это уже было сотворено. Просто позвольте этому прийти в вашу жизнь и быть. Дышите глубже и продолжайте расслабляться. Осознайте, что каждая мысль, которую вы думаете, имеет свою вибрационную частоту. Все, что создается сквозь энергетические вибрации, сейчас отправляется энергетическими вибрациями туда, куда направлено ваше внимание. Поэтому вы четко видите, что же вы хотите, в чем ваше желание. Нет ничего более важного, чем сфокусироваться на том, чего вы хотите. Сейчас сфокусируйтесь на том, чего вы больше всего желаете. Представьте, как это будет выглядеть. Представьте, что там будет происходить. Какие вы услышите звуки и слова? Что вы увидите? Представьте, что это происходит прямо сейчас. Этот эпизод из вашего будущего разворачивается потенциалом прямо сейчас перед вашими глазами. Когда вы фокусируетесь на том, чего вы хотите, вы организуете материю так, чтобы максимально снизить сопротивление. Вы должны знать, верить и понимать, что вы создаете то, что вы называете будущим. Вы создаете это в настоящем моменте. Посмотрите, это уже здесь. Это начинает обретать форму вокруг вас. Наблюдайте это прямо сейчас. Чувствуйте это. Ощущайте это, визуализируйте это в настоящем моменте,
как будто вы внутри фильма. Не в прошлом, не в будущем, а сейчас, в этом самом моменте. Осознайте, что закон притяжения активировался. Прямо сейчас вы притягиваете, как магнит, ваше желание, и оно начинает движение навстречу вам. Просто доверьтесь закону притяжения. Он с математической точностью рассчитает самый короткий путь материализации. Закон работает безотказно каждый раз. Все, что вы отправите ваши мысли или вибрации во внешний мир, отправится и найдет свое вибрационное соответствие и притянет это к вам прямо сейчас. Вам не нужно этого ждать. Оно уже здесь. Позвольте этому случиться прямо сейчас. Следующие несколько моментов наслаждайтесь радостью от материализации желаемого. Вперед, радуйтесь! Это ощущается невероятно потрясающе. Согласны? Не это ли счастье, когда ты имеешь то, чего хочешь? А теперь я попрошу вас выпустить свое желание, свое видение, выпустить его из своего ума. Пусть оно выйдет наружу. Отпустите. Теперь почувствуйте себя абсолютно свободной и откройтесь для возможности получить сообщение от вашего высшего разума, от вашего высшего Я. Просто позвольте вашему высшему Я передать вам сообщение прямо сейчас. Каким бы оно ни было, примите его. Просто спросите себя, что я должен сделать сейчас, что предпринять, чтобы помочь силе притяжения материализовать мое желание. В течение дня задавайте себе этот вопрос. Что я должен сделать сейчас, что предпринять, чтобы помочь силе притяжения материализовать мое желание? Неважно, получите ли вы ответ немедленно или через какое-то время, вы должны последовать за ним. Вы должны сделать именно то, что было указано сделать. Доверяйте и последуйте за призывом. Даже если это будет маленькое действие, оно может быть поворотным в вашей судьбе. Вселенная все устроит, позаботится о деталях, людях, ресурсах. Когда вы сфокусируетесь на конечном результате,
Вселенная направит вам нужных людей, ситуации, которые помогут вам в исполнении задуманного. Вам не стоит переживать. Вселенная слишком хочет исполнить ваше желание. Только вообразите, желаемое событие уже создано. Это значит, никаких страхов, никаких сомнений, никаких запасных вариантов. Только одно – реализация вашего намерения. Только счастье от материализации. Сейчас представьте, что вы уже имеете то, чего вы пожелали в начале этой сессии. Это не в будущем, это здесь. Происходит уже сейчас. Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы уже имели то, что так желаете. Создайте это чувство прямо сейчас. И наслаждайтесь этим счастьем. Все, что вы намереваетесь иметь, вы получаете легко и просто. Просто захотев этого. А теперь прямо сейчас наша сессия подходит к концу. Я начну считать от 1 до 5, и вы проснетесь от гипноза, как только я дойду до цифры 5. Вы станете полностью бдительным и полностью проснувшимся, и будете чувствовать себя лучше, чем прежде. 1. Вы начинаете просыпаться от гипноза. 2. Вы осознаете себя, чувствуете удовлетворение от проделанной работы. 3. Вы ощущаете безопасность и комфорт. 4. Чувствуете себя оптимистично и свежо. 5. Теперь вы полностью проснулись, открываем глаза, вы молодцы. Отлично! А теперь, чтобы очень быстро исполнить свое желание, практикуйте 1 или лучше 2 раза в день эту медитацию, и она станет тем самым локомотивом, который подвинет вас на пути к мечте. В наших силах сделать так, чтобы встретить вторую половинку, обрести настоящую любовь, купить дом мечты, начать работать по призванию, повысить доход несколько раз. Регистрируйтесь на мой бесплатный мастер-класс «5 ключей к управлению реальностью», и вы увидите, как ваши даже самые невероятные желания исполняются просто по щелчку пальцев. Ссылка на регистрацию находится в правом верхнем углу экрана, а также в описании. Зарегистрируйтесь прямо сейчас, потому что количество билетов ограничено. Пока!